Et bienvenue sur la plateforme virtuelle du Centre russe pour la science et la culture à Bruxelles, la Maison russe Bruxelles-Europe. Добрый вечер, дорогие друзья, и добро пожаловать на виртуальную площадку Русского дома в Брюсселе, Российского центра науки и культуры. Сегодня мы представляем уникальную лекцию. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une conférence tout à fait unique. Mais avant tout, je voudrais faire quelques précisions pour l'usage de l'émission Zoom en cours. Но прежде чем передать слово лектору, я хотела бы сделать несколько технических ремарок. Наша лекция проходит с синхронным переводом на французский язык. Если вы хотите продолжать слушать нас на русском языке, пожалуйста, выберите русский язык, кликнув на иконку с изображением глобуса внизу вашего экрана. Notre conférence se fait avec une traduction simultanée russo-française. Pour nous suivre en français, s'il vous plaît, choisissez la piste française en cliquant sur l'icône de globe en bas de votre écran. Таким образом, сейчас, после того, как технические детали закончены, я рада представить вам тему нашей сегодняшней лекции, посвященной знаменательной дате, скорбной дате, которую мы вспоминаем в этом году. Это 80-летие начала Великой Отечественной войны, после того, как немецкий фашизм, гитлеровские армии атаковали нашу страну 22 июня 1941 года, Великая Вторая мировая война превратилась для нас в Великую Отечественную войну. Русский дом в Брюсселе уже провел несколько культурных мероприятий, посвященных этой важной для каждого русского человека дате. И сегодня мы очень рады представить лекцию Государственного Дарвиновского музея в Москве и нашего лектора, госпожу Антонину Нефедову. Здравствуйте. Здравствуйте, Антонина. Очень рады видеть вас на нашей виртуальной площадке, которая будет посвящена совсем необычной, очень редкой теме. Во время Второй мировой войны и Великой Отечественной войны сражались не только люди. И страдали не только люди. Эта лекция будет посвящена животным во время Великой Отечественной войны, их роли, их страданиям, их жизни и тому вкладу, который они внесли в нашу общую победу. Прежде чем передать слово лектору, я хочу сказать, что эта тема важна не только для нас. В Брюсселе, в центре города, находится памятник, который называется «Памятник солдату Голубю». И посвящен он голубеводам и почтовым голубям, которые сыграли важную роль в Первую мировую войну при боевых действиях на территории Бельгии. Памятник был создан на народные деньги, и вокруг него существует много легенд и много реальных историй. Например, истории о том, как последний голубь, почтовый голубь, спас форт Во после жестокой химической газовой атаки. Комендант форта Во отправил своего последнего оставшегося гонца с донесением о том, что они нуждаются в помощи и в поддержке. И этот голубь с говорящей кличкой, с говорящим именем, отважный, долетел, несмотря на то, что он был тоже отравлен газом, долетел до позиций бельгийских основных войск, и помощь пришла вовремя, защитники форта были спасены. Голубь отважный был награжден одним из орденов, боевых орденов бельгийского королевства в Первую мировую войну. Вот этот опыт, наверное, тоже был учтен в нашей стране во время Второй мировой войны.
Но об этом я уже говорить не буду. Это расскажет госпожа Нефедова, так же, как о многих других героических и трагических эпизодах, связанных с участием животных в Великой Отечественной войне. Я желаю всем очень интересного и познавательного вечера. Благодарю Государственный Дарвиновский музей за эту прекрасную инициативу и с удовольствием передаю слово госпоже Антонине Нефедовой. Спасибо. Спасибо большое. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодняшняя лекция будет посвящена роли животных в Великой Отечественной войне. Эта тема кажется такая довольно необычная для естественно-научного музея, но я должна сказать, что наш музей, основанный в 1907 году, с самого начала был задуман его основателем не просто как естественно-научный музей, а это должен был быть такой храм естественно-научного мировоззрения, и поэтому как в настоящем храме там должны были присутствовать произведения искусства. Картины, живопись, графика и скульптура. И другая интересная страница нашей истории связана с тем, что Дарвиновский музей – это единственный естественно-научный музей в городе Москва, который не прекратил свою работу ни на один день Великой Отечественной войны. То есть с момента начала и до самого конца Дарвиновский музей продолжал свою работу. И благодаря усилию нашего директора и также его команде, которую он вокруг себя собрал преимущественно из художников-анималистов, за время войны им удалось создать целую серию картин батального жанра, посвященных как раз-таки роли животных в Великой Отечественной войне. И вот благодаря этой ценной коллекции Дарвиновский музей провел ряд выставок в своих стенах на тему «Животные в годы войны». Кроме того, мы привлекли также архивные документы, редкие фотографии, воспоминания очевидцев. И на основе всего этого была подготовлена выставка, ну и впоследствии этот материал вошел также в данную лекцию. Ну, мне кажется, лучше всего, конечно же, уже, наверное, начать презентацию, и тогда можно будет уже говорить предметно по поводу тех картин, которые находятся у нас в Дарвиновском музее. Вот следующий слайд, можно сразу переходить. Вот это Александр Федорович Коц, наш первый директор и основатель нашего музея. Можно следующий слайд. Он полагал, что произведения искусства должны найти свое место в стенах Дарвиновского музея. То есть это такой должен был быть действительно храм естественно-научного мировоззрения. Следующий слайд. И вот эта вот команда художников-анималистов, которых он привлек к работе в Дарвиновском музее, главным художником в годы Великой Отечественной войны становится Константин Константинович Флеров, который был по профессии доктором биологических наук, зоологом, палеонтологом и также талантливым художником. И по заказу Александра Федоровича Коца он создал серию картин «Животные и война в историческом обзоре». Следующий слайд. Другим художником-анималистом был Вадимович Трофимов, который, кстати говоря, не просто был художником-анималистом, но и в 1942 году добровольцем ушел на фронт и прошел до Берлина в должности начальника маскировочной службы батальона аэродромного обслуживания. Он был награжден медалями и потом вернулся уже после победы в Москву, где продолжил работу в нашем Дарвиновском музее. Следующий слайд. Ну и третий художник, приложивший, так сказать, свою руку к созданию картин для нашего музея, это Алексей Никонорович Комаров, старейший художник-анималист, представитель национально-романтического течения в русском анимализме. Он, кстати говоря, был такой человек-патриот, он стремился изображать в своих произведениях преимущественно природу и животный мир России. Но за время сотрудничества с нашим музеем художником было выполнено 185 живописных полотен. Можно перейти к следующему слайду. Ну, собственно говоря, помимо животных в Великую Отечественную войну, была также написана серия картин про вообще историю использования животных в войнах с древнейших времен до наших дней. Вот, например, эта серия картин «История конницы». И Александр Федорович Коц консультирует Константина Флёрова по поводу написания этих полотен. Ну, к следующему можно переходить к слайду.
Также из этих картин была подготовлена выставка прямо в те же годы войны. Она была размещена прямо в госпитале, где бойцы могли ознакомиться с этой серией картин. И Александр Чичкоц также читал для них лекции по поводу «Животные и война в историческом обзоре», также что нужно знать художнику, что нужно знать солдату-разведчику о поведении животных при фронтовой полосе. То есть он разработал целый ряд лекций, которые могут быть как-то им полезны. И, как он говорит по его воспоминаниям, он читал до 500 лекций в год в госпиталях, и они пользовались неизменным успехом. Можно к следующему переходить слайду. Вот так выглядела эта экспозиция в госпитале, в вестибюле госпиталя Военной академии имени Фрунзе в Москве в 1942 году. К следующему слайду. А вот Константин Флёров возле своей серии «Животные на службе Великой Отечественной войны» в 1944 году. Как вы можете видеть, преимущественно тут представлены зимние пейзажи. Да, можно к следующему переходить. И открывается эта серия «Животные на службе Великой Отечественной войне» картинами «Конница на марше» и «Красноармейский обоз». Вот нужно обратить особенное внимание, что картины эти написаны в ноябре 1941 года, в то время, когда немецко-фашистские войска стоят в нескольких километрах уже от города Москвы, то есть все происходит уже, так сказать, в реальном времени, но, не теряя присутствия духа, художники под руководством Александра Федоровича Коца пишут вот такие вот картины. Перейдя к следующему слайду, мы можем увидеть, насколько они, так сказать, соответствуют действительности. То есть сохранились и документальные фотографии, и вот такое вот живописное произведение. То есть можно видеть, что, скорее всего, он и опирался на такие фотографии, а, возможно, даже и на рассказы очевидцев. И тут же надо сказать, что в эти вот самое страшное и тяжелое время конница, конечно же, была огромным спасением для нашей Красной Армии, потому что, как вы знаете, конечно же, машины и техника превосходят скорости передвижения лошадей, но это только во время того, как передвигаешься по ровной трассе. По пересеченной местности, там, по лесу, техника практически бесполезна, а лошадь может пройти и по лесу, и пройти незаметно. Следующий, так сказать, слайд. И это, собственно говоря, подтвердило успехи конницы генерала Белова. Павел Алексеевич Белов, герой Советского Союза, он участвовал в Московской битве в качестве командира кавалерийского корпуса и не раз отличался в боях. Во время Ржевско-Вяземской операции, оказавшись в окружении, около 4 месяцев он сражался в тылу врага. И даже оказавшись в окружении, собственно говоря, они не погибли, оказавшись в котле, а им удалось таки выбраться и соединиться с партизанами. То есть это опять-таки пример успешного использования конницы во время именно самого начала войны. К следующему слайду. Также нужно отметить, что лошади, конечно же, использовались и в артиллерии. На них передвигались не только вот такие вот тачанки, и, конечно же, они перевозили и орудия. Тем более многие медицинские лазареты, медсанбаты тоже были на конной тяге, передвигались при помощи лошадей. Лошади вывозили раненых, лошади подвозили боеприпасы. На лошадях, в конце концов, даже передвигалась полевая кухня. К следующему слайду. Ну, вот такая вот забавная аналогия между древними колесницами и вот предыдущими тачанками, а также уже лошадьми, которые запрягали в артиллерийские орудия. К следующему слайду. И, собственно говоря, лошади прошли с Красной Армией весь путь от, собственно говоря, от Московской битвы до уже битвы до Берлина. Вот здесь мы видим опять-таки документальное подтверждение о том, как на конной тяге передвигались артиллерийские орудия уже в самом конце войны. То есть, так сказать, благополучно добрались до Берлина. Можно к следующему перейти. Также лошади абсолютно незаменимы в условиях пересеченной местности, особенно в горах, где не пройдет никакая техника. То, собственно говоря, как тогда на Северном Кавказе и прочих там горах используют лошадей, так ничего и не изменилось до нашего времени. Опять-таки, в условиях такой горной местности лошади абсолютно незаменимы. К следующему можно перейти. И вот такое вот отдельное, конечно же, нужно сказать про казачьи полка, потому что, с одной стороны, казалось, что Вторая мировая война – это уже война техники, и что лошадь не найдет такого применения, что, поскольку они беззащитны перед пулями, снарядами, и кавалерийской атакой уже никого не испугаешь, но это, конечно же, оказалось не совсем верно. Вот нужно к следующему перейти слайду. С одной стороны, вот в начале войны использовались такие вот плакаты «Вперед на Запад, красные конники», и вот, как вы можете видеть, этим же картиной вдохновлялись
художники Дарнского музея, явно там по композиции похожи. Хотя, конечно же, в основном уже не приходится говорить о таких вот кавалерийских атаках лихих, поскольку скорее это сводилось к тому, что пехота приезжала на лошадях с места на место, к месту боев, после чего лошадей старались отвести от линии фронта, а далее уже воевали люди сами по себе. И, то есть лошади используются преимущественно как средство передвижения, поскольку, как мы знаем, они беззащитны перед огнестрельным оружием. К следующему слайду. Но даже в конце войны все-таки казачьи подразделения себя проявили очень хорошо. Так уже на территории Германии именно такой вот кубанской коннице удалось прикрыть отход, спасти 50 тысяч военнопленных. И потому что эти конники отрезали подход фашистов и спасли этих беззащитных военнопленных людей. Можно к следующему переходить. А, вот так вот еще интересно выглядели. Вот, то есть это можно сравнить представление художника Алексея Комарова о монгольских всадниках и о том, как реально выглядели монгольские кавалеристы в ходе боев на Халтинголе. То есть у нас такое более романтическое представление представлено, оно, реальность была более прозаической, но между тем и то, и другое все-таки отражает вполне себе реальные события. Можно к следующему слайду перейти. Вот уже показаны такие уже вполне себе документальные фотографии. Здесь мы видим такую нестандартную картину. Вот то, что собирают наши бойцы, вот это вот, это немецкие караульные боты, поскольку у немецкой армии были проблемы с зимним обмундированием, они пытались выйти вот такими подручными средствами, плели такие караульные боты из соломы и набивали их сеном для теплоты, для тепла, потому что было очень холодно, зимой температуры доходили до минус 40 градусов, такие совершенно запредельные, и они спасались подручными средствами. Ну и вот после уже удачных боев наши бойцы собирают вот таких караульные боты и скармливают их своим лошадям. Вот можно к следующему перейти. Также и союзники не чуждались использования лошадей, не только в Красной армии использовались активно лошади. На самом деле это происходило по всей Европе. Везде, где происходили бои, задействовали также и лошадей. К следующему слайду. А вот это вот, конечно же, такая трагическая картина. Это вот гора копыт лошадей, съеденных окруженными в Сталинграде немцами. Тут нужно сказать, что вообще за все время Великой Отечественной войны по самым скромным подсчетам погибло около 1 000 000 лошадей. Причем дело касалось того, что некоторые породы были полностью на грани истребления. Так, например, орлово-ростопчинская лошадь, верховая эта порода лошадей, их массово отправили на фронт, они практически все там погибли. То есть это действительно было... Лошади, конечно, очень пострадали на этой войне. К следующему слайду. И поэтому, сделав так много для победы в этой войне, конечно же, это очень заслуженно, что маршал Жуков принимал парад победы на лошади. И, собственно говоря, как красиво смотрелся вообще этот парад, и эти лошади очень заслуженно там прошли, поскольку они принесли, конечно же, огромные жертвы для победы в этой войне. К следующему слайду. Ну, говоря о животных на войне, конечно же, нельзя не рассказать о собаках, потому что собаки, конечно же, это первое древнейшее животное, одомашненное человеком, и, к сожалению, человек также активно их использовал в своих войнах. Здесь мы видим вот диптих Флёрова, который изображает перевозку пулемета ездовыми собаками и также транспортировку раненых. Причем можно сказать, что собаки на фронт подвозили боеприпасы, подвозили вот действительно оружие, а обратно с фронта они уже перетаскивали раненых. То есть и туда, и обратно волокуши с собаками передвигались не пустыми. К следующему слайду. А здесь можно видеть, насколько документально действительно это отражено, потому что вот фотографии, а вот как это отражено Константином Флёровым. То есть вполне себе действительно вот такой реализм. Причем такая упряжка ездовых собак, она заменяла 5-6 санитаров. То есть вместо того, чтобы транспортировала 5-6 человек, вот заменяла одна упряжка собак. К следующему. Причем собаки быстрее и лучше, чем люди, обыскивали местность. Собаки отличали настоящую смерть от того, что человек находится без сознания. Благодаря своему чутью они находили именно раненых. Собака была обучена найти такого человека. Если он находится без сознания, лизала ему лицо, чтобы он пришел в себя, потом подставляла ему сумку, чтобы он мог перевязать свои раны, потому что часто человек истекал кровью, и ему нужно было остановить кровь.
и после чего уже либо проводил к нему своего проводника, человека, санитара, либо ездовую упряжку к следующему. Вот изображена транспортировка раненых, когда в условиях лета. Летом волокуши ставили, это были такие тележки на колесиках, а зимой, соответственно, уже были волокуши, как сани. Вот мы видим погрузку на такую вот санитарную упряжку. К следующему слайду. А здесь вот изображено сам процесс, вот когда собака-санитар нашла раненого бойца, он перевязал себе голову и далее смог погрузиться на сани и транспортируется уже в сторону госпиталя. Госпитали находились на расстоянии 3-5 километров от линии фронта, чтобы это было более-менее безопасно. И, кстати, человек, это было не так болезненно, потому что он мог лежать в удобной для него позе. И причем собаки могли и под огнем противника, то есть когда не может пройти человек, они по-пластунски иногда ползли и так вытаскивали раненых. Можно к следующему. Ну и вот тут завершающая картина из этого триптиха, где изображена встреча бойца со спасшей его собакой. Уже он находится в госпитале и очень рад встрече со своим спасителем. К следующему слайду. Ну, а вот здесь показан процесс того, как собаки перевозят боеприпасы в боевое хранение. Это вот 104-я дивизия Карелийского фронта в 43-й. То есть все картины, хотя и исполнены художниками, но они все основываются абсолютно на реальных событиях. Можно перейти к следующему слайду. Другой важной миссией, которую выполняли собаки, это была доставка донесений, потому что многие дивизии находились в условиях, в которых связь прерывалась и осуществлялась только при помощи вот таких вот донесений, которые отправлялись с собаками. Вот эрдельтерьер Джек, он совершил такой настоящий подвиг, потому что снайпер попал, разбил ему челюсть и он сломал одну из лап. Но даже в таком израненном состоянии он смог доставить очень важное донесение, благодаря которому были спасены люди, но, к сожалению, сама собака погибла. И вот этот, вот, так сказать, подвиг запечатлен в картине Алексея Никаноровича Комарова. К следующему слайду. Кроме того, важную роль собаки имели в работе разведчиков. Во-первых, с ними можно было безопасно передвигаться, потому что собаки, опять-таки, защищали людей от внезапной встречи с неприятелем. Плюс они транспортировали на большие расстояния наших разведчиков. И к следующему можно слайду перейти. Вот здесь мы видим две картины в сторожевом дозоре и с донесением. Причем собаки, которые были обучены ходить с партизанами или с разведчиками, например, брать языка, они никогда не лаяли. Они знали, что нельзя выдавать звуком себя, и поэтому были обучены, они показывали положением своего тела, натяжением поводка, то, что рядом скрывается враг. И были даже собаки, приученные брать языков, то есть они подкрадывались к караульному и нападали на него сзади, хватая за затылок и так удерживая до того, как бойцы могут его скрутить и, собственно говоря, взять в плен. И тут же другая вот эта вот изображена картина с собакой, которая доставила донесение. Иногда собакам даже доверяли доставлять ордена и медали, в соединение с которыми не было другой связи. Можно к следующему перейти. Ну и вот, да, советские военные собаководы отдельного батальона связи со связными собаками в 1939 году. То есть на самом деле это было сформировано еще до начала Великой Отечественной войны, то есть в рамках подготовки, и впоследствии они себя, конечно же, проявили очень хорошо. К следующему слайду. А вот здесь изображена очень трагическая история, связанная с пограничными собаками. Если вы можете посмотреть, эта фотография сделана 20 июня 1941 года, то есть как раз накануне начала Великой Отечественной войны. И произошло это на Южном в Западном фронте. Собственно говоря, там с большими тяжелыми боями отходил такой вот как раз полк разведчиков. Они несли большие, то есть пограничников, они несли большие потери в ходе боев затяжных. И где-то в районе 20 июля 1941 года они вынуждены были прикрывать отступление штаба фронта и вступили в неравный бой с противником. Из всего состава у них оставалось около 500 бойцов,
и 150 собак. И вот в районе села Легедзина в Черкасской области они вступили в свой последний бой, чтобы задержать противника. И, собственно говоря, в этом бою вынуждены были пойти в штыковую атаку и натравить своих собак на превосходящих их по численности соперников. И, к сожалению, они все там погибли тогда. И даже те собаки, которые остались таки выжили, они не покидали своих тела своих хозяев, своих этих пограничников, и частью были добиты немцами, а частью просто отказывались потом от еды и умерли, собственно говоря. В 2003 году у села Легедзина был установлен памятник в честь этого подвига пограничников и их верных четвероногих друзей. Можно к следующему слайду. Ну вот эта картина «Пограничник с ищейкой» тоже является таким памятником подвигу пограничников, которые первые приняли со своими четвероногими друзьями удар противника. К следующему можно перейти. Иногда от породы собак также и сказывалось и характер их использования. Например, вот лайки знамениты тем, что они охотятся верховым чутьем, то есть способны выслеживать зверя и птицу в кроне дерева, и они поэтому были незаменимы для выслеживания так называемых снайперов-кукушек. Хотя здесь мы видим, что мы видим темный силуэт человека, который там прячется в кроне дерева, но на самом деле в условиях реального леса такие снайперы могли скрываться очень успешно многие дни и даже недели. И поэтому собаки были совершенно незаменимы, потому что они находили их по чутью, а не зрением. И вот тут видно, что такая собака выследила снайпера-кукушку, и наш боец производит результативный выстрел. К следующему слайду. Ну, наконец, самая печальная, наверное, история об использовании собак связана с собаками-истребителями танков. Ну, как вы знаете, в начале войны на стороне противника был очень большой перевес в технике, поскольку уже речь шла о битве за саму Москву. Было принято решение подготовить собак-истребителей танков. Сначала предполагалось, что можно взять плохо обученную собаку и просто выработать у нее такой рефлекс, что она может получать пищу под танком. Но оказалось, что плохо тренированная собака, она все-таки танка движущаяся боится гораздо больше, чем голода, и поэтому использовать плохо обученных собак не получается. Но с этой задачей вполне справлялись хорошо обученные собаки, выдрессированные. Можно к следующему слайду перейти. И вот на первом плане мы видим, как выглядело это взрывное устройство. На спине у собаки закреплялся вьюг со взрывчаткой и взведенным взрывателем. Взрыватель – это такой деревянный штырь. И когда собака подвязала под днище танка, когда он склонялся назад, то взрыватель срабатывал и происходил взрыв. Ну, также мы видим другой фантастический способ, который уже, скорее всего, изобрели художники и Александр Федорович Коц, где вот две собаки тянут на длинный-длинный таком поводу мину по гладкому полю к танку. Ну, как вы понимаете, в условиях реальной войны это было бы невозможно, потому что мина обо что-нибудь бы зацепилась обязательно. Но тут хотя бы предполагалось, что вот, может быть, так они могли бы избежать, так сказать, гибели. Хотя, опять-таки, на первом плане мы видим, вот как это в реальной жизни выглядело. И надо сказать, что это, конечно же, практика была очень жестокая, но за время битвы за Москву было подбито 300 танков. 300 танков – это, конечно, очень большая цифра, тем более, что нужно помнить, что в то время и, собственно, и сами люди бросались под танки, лишь бы только остановить противника. И вот сейчас, в 2013 году, на Поклонной горе был установлен памятник фронтовой собаке. Как видите, у нее и санитарная сумка, но лежит она именно на гусенице от танков. То есть это вот подчеркивает вот эта вот их трагическая история о том, что 300 собак погибли, принесли себя в жертву именно таким способом, останавливая танки. К следующему. Другая, ну, хорошая история, что от этой практики в 1942 году уже полностью отказались от использования собак-взрывательных танков, но второй их специальностью было разминирование. И здесь собаки как раз-таки проявили себя с наилучшей стороны, поскольку оказались абсолютно незаменимыми. Здесь вы видите вот процесс обучения и поиска немецкой служебной собакой мин. Следующему слайду. Причем работа саперов с собаками, она становилась безопаснее в 10 раз. Эффективнее, опять-таки, во много, потому что если
миноискатель мог срабатывать только на мину, находящуюся в металлическом корпусе, то собаки находили и в пластиковых, и в деревянных, и в картонных, в любых совершенно корпусах мину обнаруживали, причем обнаруживали их там, где уже прошли саперы с миноискателями и щупами, все равно могли там найти, находили и на глубине зарытые до 2 метров. Благодаря им было спасено множество, собственно говоря, городов и достопримечательностей нашей страны. Как мы знаем, была заминирована даже могила Александра Сергеевича Пушкина, и именно благодаря служебной собаке эту мину вовремя обнаружили, и могила не пострадала. Также был спасен Павловский дворец в Санкт-Петербурге, опять-таки благодаря работе именно минно-розыскных собак. К следующему слайду. Вот здесь Александр Николаевич Комаров изобразил процесс работы собаки. Когда собака обнаруживает мину, она садится и показывает своему саперу, что здесь именно находится взрывное устройство. Причем легендарный Александр Павлович Мазовер, который возглавлял как раз-таки саперный батальон, он рисовал там, где проверено мин нет, собачьи уши. И это было высшим знаком качества о том, что действительно здесь мин нет. К следующему можно слайду перейти. И вот благодаря таким вот своим тяжелым жертвам, принесенным в годы Великой Отечественной войны, собаки, естественно, со своими этими саперами заслужили право пройти по Красной площади, опять-таки, на параде в 1945 году. К следующему слайду. Ну, про голубей, как вы понимаете, в первую очередь мы говорим об использовании голубей в качестве связных птиц. Это касается в первую очередь почтовых голубей с их способностью возвращаться к своей родной голубятне. О том, насколько серьезно относились, собственно говоря, противник, известно о том, что гитлеровцы на оккупированных территориях требовали, чтобы были все голуби, особенно почтовые, были сданы комендатуру. И мы знаем, что в Ростове-на-Дону даже был за то, что скрывал своих голубей, казнен мальчик Виктор Черевичкин. Ему было всего 13 лет, но вот он не подчинился и пытался спрятать своих голубей. И когда это обнаружили, его, собственно говоря, казнили. То есть дело было очень серьезное. И, кроме того, надо сказать, что 30 голубеводов было впоследствии награждены за помощь в битве под Москвой. Но когда уже началось наступление нашей армии, то с голубями стало сложнее, потому что голуби, как вы знаете, привязываются к своему дому, а когда армия передвигается, это уже сложнее использовать. Так что к следующему слайду. Помимо лошадей использовали все виды вьючных животных. На северных фронтах активно использовали северных оленей на Мурманском фронте. Но вот опять-таки картина и то, как это выглядит, что здесь основывается действительно на документальных кадрах. К следующему можно перейти. Благодаря, собственно говоря, оленям северным также была и налажена поставка от союзников помощи по ленд-лизу, потому что к самолетам подвозили грузы именно северные олени. К следующему можно перейти. Вот мы видим, собственно говоря, как происходит транспортировка, подвоз боеприпасов и как даже бомбы для пикуевых же бомбардировщиков доставляются именно на северных оленях. К следующему слайду. Ну и вот, собственно говоря, цифры говорят сами за себя. Известно, что олено-транспортные батальоны на Мурманском фронте привезли с линии фронта более 10 тысяч раненых, доставили 8 тысяч военнослужащих, перевезли 17 тысяч тонн боеприпасов и военных грузов и эвакуировали с тундры 162 аварийных самолета. То есть это очень значительные цифры. То есть даже северные олени такие поучаствовали в Великой Отечественной войне. К следующему слайду. Но не остались в стороне и верблюды. Во время тяжелейших боев за Сталинград, там же в Астраханских степях стали формироваться, собственно говоря, подразделения, в которых использовали в качестве транспортного средства верблюдов. Верблюды, в принципе, не уступают в скорости передвижения лошадям, они более даже поднимают более тяжелый груз, то есть двое верблюдов вполне себе заменяют 4 лошадей, и при этом они практически нечувствительны к перепадам температур, и, как вы знаете, они могут обходиться без еды и пищи целую неделю. То есть можно не кормить и не поить целую неделю, и верблюды будут в состоянии передвигаться. К следующему. Сначала немцы, конечно, смеялись над этими верблюдами, потому что они, конечно же, большие животные, которые трудно спасти от пуль. Они называли их русскими танками.
Но смеялись они до тех пор ровно, пока бои не перешли уже на их территорию. И, как известно, даже одно из первых залпов по зданию Рейхсканцелярии в Берлине было сделано именно из орудия, которое было доставлено в Берлин на верблюдах. Их уже из 350 верблюдов, которые отправились из Астрахани, немного их дошло, но это было экзотическое зрелище. Как вы видите, их фотографировали и даже зарисовывали очевидцы. К следующему слайду. Двух верблюдов, Машку и Яшку, впоследствии оставили в берлинском зоопарке. Вот такой вот памятник был установлен в Ахтубинске Астраханской области. Причем говорят, что Яшкой этого верблюда назвали в честь села Яшкуль, откуда он происходил. Ну вот тоже вот такой вот удивительный факт. Они добрались действительно от Астрахани до Берлина. И сейчас это поставлен памятник. Ну а в других регионах также активно использовали и ослов, и мулов, особенно, вот, например, в районе Керчи в нашей стране. К следующему слайду. И особенно активно в странах Средиземноморья также союзники передвигались на повозках, запрещенных мулами, ну или осликами. К следующему. И даже в Риме, в парке Боргезе, установлен памятник ослу и итальянскому горному стрелку, поскольку в условиях, опять-таки, пересеченной местности эти животные были незаменимы. К следующему. Ну, вот такой вот удивительный факт, но даже слоны принимали участие во Второй мировой войне. Это, естественно, уже и речь идет о юго-восточном регионе, конечно же, но известно, что там японской армии, а впоследствии потом в китайской, использовались такие вот слоны для перевозки грузов. К следующему слайду. А что касается нашей страны, то вот это вот такая вот литография Вадима Трофимова, очень такая растиражированная, и она опять-таки посвящена реальным событиям, потому что по 20-х числах, где-то 20-23-го, начались налеты авиации гитлеровцев на Москву, и одна из зажигательных бомб попала на территорию зоопарка, и конкретно вольер со слонами. И рассказывают, по словам очевидцев, что слоны вышли из своего этого слонятника, из своего загона, а поскольку они были окружены ровом с водой, то и стали тушить огонь, потому что у них есть такой инстинкт, то есть помогали даже людям потушить пожар начинающийся. И вот такая вот удивительная литография свидетельствует об этом событии. К следующему слайду. Ну, весь мир хорошо знает английского британского кота Саймона, корабельного кота, который был награжден медалью Марии Дикин, учрежденной в Великобритании, высшей наградой для животных. К следующему слайду. Или, да, вообще в Британии, конечно же, была давняя традиция корабельных котов. И вот здесь такой удивительный факт, как что Уинстон Черчилль гладит кота Блэки на палубе английского линкора «Принц Уэльский» во время его встречи с Рузвельтом, когда они договаривались именно об союзнических действиях. К следующему слайду. Ну, а что касается наших котов, то вот, например, изображен слева котенок на пепелище города Жиздра. И вот, ну это, конечно же, вот такого же, скорее всего, котеночка подобрали в 1942 году на пепелище какой-то подмосковной деревни летчики. И этот котенок с ними прошел всю войну. Они назвали его Васькой. Он жил с ними зимой в землянках и во время перелетов перемещался, перелетал на самолетах. В конце концов, когда уже в конце войны их переводили на казарменное положение, они передали его под Шауляем местному крестьянину. И после чего этого хозяйка говорила, что какой у вас странный кот. Он, когда видит, что пролетает мимо самолета, выбегает на крышу и так смотрит на них. Но это, скорее всего, это было воспоминанием о его такой военных буднях, когда летчики даже брали его с собой в полеты. К следующему слайду. А вот это совершенно уникальная фотография, потому что она сделана была в Сталинграде во время Сталинградской битвы в январе 43-го года. Был такой вот героический кот, который передвигался между окопами. Он даже ходил от наших фашистские окопы, и наши бойцы приспособились привязывать к нему листовки. Правда, история умалчивает, как долго бедный этот кот смог просуществовать в условиях такого страшного сражения. К следующему слайду. Также периодически становились, ну, скорее такими
не то чтобы боевыми друзьями, но такими верными товарищами, такими символами полков, разные дикие животные, так, например, вот такой вот медвежонок на Карельском фронте в 1942 году. К следующему слайду. Также вот мы видим, что на Черноморском флоте, на моряки гвардейского крейсера с корабельным питомцем медвежонком в 1944-1945 годах. То есть это такая была достаточно частая история, когда военные пригревали маленьких медвежат на какое-то время. К следующему слайду. Но вот такой вот существует памятник медведю Войтеку и Петру Прендису в Эдинбурге, в Шотландии. Этот медведь был негласным членом 22-й роты польского корпуса и в 44-м году во время битвы под Монте-Кассино отличился храбростью и помогал доставлять боеприпасы артиллеристам. Ну и когда война закончилась, этого медведя отправили в Шотландию, где его посадили в Эдинбургском зоопарке, а сейчас там ему установлен вот такой вот памятник. К следующему. Ну, а уже у американских наших союзников есть история про йоркширского терьера Смоки, которого называли самим маленьким солдатом Второй мировой войны, потому что он не только поднимал боевой дух, но даже и совершил такой подвиг, когда во время того, как на острове Лоусон был поврежден кабель, проложенный под аэродромом, и нужно было срочно восстанавливать связь, и либо это пришлось бы перегонять куда-то 40 самолетов и дней 5 протягивать этот кабель, но этот йоркширский терьер прополз по трубе вдоль всего этого аэродрома и проложил кабель под ним. Причем это сделал буквально за несколько часов. Таким образом тоже совершил такой свой подвиг. К следующему слайду. Ну и вот другие необычные животные, которые запечатлены на... Вот американский летчик с талисманом из Карелии, обезьяной Жозефиной в кабине истребителя. Ну или вот такой вот с черепашкой. Но не стоит забывать, что вот этот вот веселый летчик с обезьянкой в скорости через несколько месяцев погибнет во время воздушного боя. Так что все эти животные, конечно же, дарили радость людям, которые находились, ну, возможно, проживали уже последние дни своей жизни. К следующему слайду. Вот другой интересный фотофакт, что наш боец взвода фоторазведки артиллерийского дивизиона, рядовой Василий Арзамасов, кормит совенка где-то подобранного. То есть бойцы находили время таки оставаться людьми и заботиться о каких-то животных, находящихся с ними в боевых условиях. К следующему слайду. Или вот, например, моряки советской эсминца «Сокрушительный» с корабельным щенком. Или Буби Мармеладов, талисман болгарской эскадрильи на кожухе мотора боевого самолета. К сожалению, вот этот вот наш советский эсминец «Сокрушительный» с корабельным щенком в скорости погибнет, будет потоплен, и погибнут и эти моряки, и этот очаровательный щенок Шпица, который вот здесь запечатлен с ними на фотографии. К следующему. Или вот такие вот фотографии наши красноармейцы и собачка Чехословакии в 1945 году. То есть, по сути, животные, они, конечно же, были такой отдушиной для солдат, конечно же, вот в тяжелых днях бои, в днях войны, во время боев. Они позволяли сохранять какую-то человечность, оставаться, так сказать, людьми. К следующему слайду. Ну и вот еще одна курьезная картина, входящая в нашу серию «Животные годы Великой Отечественной войны». Это называется «Волки, преследующие фашистов». То есть вот такая вот, тут явно есть, конечно же, аннотация, то есть какие-то к армии Наполеона, потому что мотив неприятельской армии, погибающей в снегах, он, конечно же, близок был, так сказать, духу нашего отечественного зрителя. Ну, вот такую вот картину я бы хотела закончить свою презентацию, поэтому спасибо вам большое за внимание. Ну, если у вас есть какие-то вопросы, вы можете их задать. Добрый вечер всем. Спасибо большое за интересную лекцию. Ну, действительно интересно, никогда не обращали внимания. Ну, может быть, не так обращали внимание на животных, которые помогли нам выиграть эту войну. Ну, пока у нас сейчас нет... созревают вопросы, я хотела бы передать слово... Я хотела бы передать слово
нашей соотечественницы Ольги Бобровниковой. Оля, вы с нами? Да, я с вами. Вы меня слышите? Да. Да, очень приятно. Здравствуйте. Ольга – пианистка, педагог, автор, автор и посол доброй воли при Европейском совете мозга, рыцарь Европейского ордена культурных и социальных достижений. И она расскажет интересную историю о своем двоюродном дедушке, который занимался во время войны реабилитацией животных. Оль, пожалуйста, вам слово. Во-первых, Антонина, огромное вам спасибо за потрясающую интересную лекцию. Нашла для себя именно в связи с моим двоюродным дедушкой очень много интересных фактов, которых я не знала. И вообще вы мне открыли такой замечательный мир. Да, полный, естественно, полный трагедии и хороших историй, счастливых концов и трагичных концов. Так что огромное вам спасибо. Спасибо русскому дому. Всем соотечественникам привет. Вот хочу рассказать о моем двоюродном дедушке Николае Федоровиче Аринушкине. Таня, можно показать фотографию? У меня сохранилась. Да. У меня сохранилась только одна его фотография. Сейчас, вот. Вот посмотрите на его лицо, посмотрите на то, как он сидит, и, значит, сразу понятно, что у двоюродного дедушки, это старший брат моей любимой бабушки, которая, кстати, на моем профиле, я поставила ее фотографию вместе с дедушкой в 1947 году после победы они в Липнице. Вернемся к дедушке, значит, у дедушки с рождения ДЦП. Вот поэтому двоюродный дедушка Николай Федорович, он был всю жизнь в инвалидной коляске. И поэтому с раннего возраста он был с собаками. И вот эти собаки, они, знаете, были его как гиды, ну да, помощники. Обычно у него было две, иногда три. Вот. И таким образом в годы войны он стал вот таким реабилитологом. То есть ему... Он жил в Одинцове под Москвой, это на южное направление. Туда фашисты не дошли, а это, по-моему, 40 километров. Вот, и у него там был, так сказать, там, не знаю, небольшой домик, небольшой садик, и вот палисадник был, насколько бабушка мне рассказывала вот об этом, и собаки там были очень хорошо, он за ними, так сказать, ухаживал и любил их, они его обожали тоже. Вот, так вот, армия, значит, ему отдавала вот тех самых собак. Я не думаю, что это были те, которые бросались под танки на мины, но я думаю, что это были вот как раз разминирователи собаки, вот эти саперы. По-моему, это были именно саперные собаки. Вот. И они на реабилитацию были у него там. Кто-то там неделю, кто-то месяц, а может несколько. Там, по-моему, оставалось даже год или два. Короче говоря, вот мой родственник, он таким образом, значит, от младшего лейтенанта, так сказать, его повысили, он войну закончил в звании майора, вот, и вообще, так сказать, получил какие-то медали, к сожалению, не сохранилось ничего, только вот память и вот его история, и вообще, судя по всему, этот, так сказать, вот эта сторона какого-то врачевания, так сказать, выхаживания собак, у него получалось очень здорово. Сколько там у него, через него прошло, не знаю. Но вот тот факт, и точно знаю, что он, так сказать, с гордостью говорил о том, что вот на параде Победы эти собаки прошли по Красной площади, и что вот эта, так сказать, роль животных, и в частности собак, она не забыта, и очень хорошо, что мы сейчас это вспоминаем, и главное, чтобы следующему поколению это передать, и чтобы это все осталось. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Интересные сведения, действительно. Спасибо.
Спасибо большое, Ольге, за такой интересный рассказ. Я думаю, что вы, Ольга, я обращаюсь к вам, вы нам, я думаю, что узнаете больше и расскажете в следующий раз еще, ну, как бы больше интересная история очень. Я постараюсь, я еще могу рассказать, вот у меня еще из этой семьи есть еще история одной фотографии, другой фотографии, которую я спасла. Там история молодых людей, которые ушли в 18, один 18, другой 19, они ушли на фронт в первые дни войны. Есть, да. Есть история, спасибо. Спасибо, Оля, большое вам. Ну и заканчивая нашу встречу, я хотела бы сказать о предстоящих мероприятиях, так как у нас начинаются в Русском доме каникулы, но относительно каникулы, то мы... предлагаем вам в июле до 20 августа посмотреть повторы наших лучших видео на сайте. Вам доступны будут интересные документальные и не только документальные выставки, также на сайте. В выставочных залах, кроме прочего, у нас еще и работает замечательная выставка российских художников. С режимом работы выставки вы можете ознакомиться на сайте Русского дома. На внешних витринах Русского дома вы увидите фотографии самой красивой страны России. Из 23 августа приглашаем вас на очное мероприятие в Русском доме, но мы будем продолжать. Проводите онлайн-мероприятия, не забывайте об этом, и выходите в Zoom или онлайн какие-то мероприятия, вы можете посмотреть на сайте нашего центра. Ну и единственное, я хотела предупредить, что на сегодняшнее мероприятие необходима регистрация на сайте. Адрес нашего сайта rushuis.by. Ну, я думаю, большое спасибо вам, Антонина, за прекрасную лекцию. Спасибо. Это не последнее наше мероприятие с Дарвинским музеем. Мы ждем новых встреч и до скорых встреч. Спасибо большое. Очень спасибо, приятно. Спасибо, кто был с нами. Да, спасибо. До свидания. До свидания.